Вот и подошел к концу сегодняшний матч с «Коваряги» и «Локомотив». По традиции подведет итоги сегодняшней встречи главный тренер команды с «Коваряги» Лев Сергеевич Бердичевский. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, как все-таки, по вашему мнению, прошел матч? Оцените работу ваших подопечных сегодня. Ну, ребята хорошо настроились, в целом достаточно много было положительных моментов. И мы уступили, наверное, в самых таких нюансах хоккейных. Это там игра на сбрасываниях и потери шайбы у нас было чуть больше. Соперник нас наказал за это. Достаточно очень много было голевых шансов. И, в общем-то, ребятам сказал, что нам по силам обыграть хорошего соперника. Буквально уже послезавтра состоится повторный матч против «Локомотива». На что все-таки стоит обратить внимание за это время? И есть ли возможность одержать победу? Возможность всегда есть. Мы постараемся, да, учесть вот эти моменты, которые нам не очень сегодня понравились или удались. Сакцентируем. У нас две тренировки есть, поэтому мы попробуем чуть получше подготовиться к следующему матчу. Хорошо, спасибо большое. Желаем удачи в следующем матче.